Всем привет! У нас уже 11 часов. Я тут готовлю обед, напекаю пирог морковный. Вы уже, наверное, видели, он уже на канале. И готовлю опять отбивные, потому что те отбивные, которые я готовила последний раз, мы прям на ужин тогда их и съели. Даяна съела много, старшая съела много. Ну и я поела, думаю, ладно, ничего страшного. Я только что собралась, сходила в душ, единственное, не делала волосы, не мыла. Потому что, не знаю, думаю, может быть, я покрашусь самостоятельно сегодня. Или, может быть, все-таки дождусь и схожу в парикмахерскую, не знаю. Короче, буду думать, потому что мне уже не нравится то, что вот здесь творится, и вот то, что там. Так что у меня есть на раздумье сегодняшний день. Если покрашусь сама, ну, покрашусь сама, ничего страшного. Так, и что еще? Сготовлю отбивные, у нас сегодня будет картошка фри. Ой, чуть не упал телефон. У меня, кстати, недавно он упал, и я разбила себе экран. Обидно, телефона нет еще и года. Так, у нас будет картошка фри и салат капуста и морковка. Я уже сейчас начинаю тут нарезать. Мясо я уже отбила. Старшая пошла за яйцами, а то у нас одно яйцо. И на все отбивные не хватит. Так, а потом, не знаю, я хочу вроде как выйти на улицу сегодня, но там, не знаю, там странная погода, ветер жуткий и какие-то такие тучи непонятные. Все, буду готовить я салатик, безумно хочу есть, так что начинаем. Я всегда тру вот этой штукой для чистки морковки, картошки, очень удобно. Только вот сначала начинать не очень удобно, а потом хоп-хоп-хоп-хоп и пошло. Добавляю соль по вкусу и уксус на глаз. Ну, обычно это где-то 1 столовая ложка, может чуть меньше. И все, и отжать руками, чтобы дала сок. Это мне порция и Даяне на один раз, потому что я люблю, когда все свеженькое такое, не сильно настоявшееся. Как хорошо, когда такая плита, ее можно использовать как поверхность для готовки. Вообще, потому что здесь у меня лежит фон. Я тут снимаю видосик с своим рецептом. Как раз вот сейчас буду готовить, и как раз у меня готовится пирог, сейчас будет готов. И буду жарить отбивные. У меня тут хмели сунели, чесночный порошок и соль. Все как всегда. Овсяная мука, яйца и соль. Пока жарю отбивные, смотрите, кто пришел. Скажи всем привет. Ну, скажи привет. Папа. Что? Пойдет. Ой, чуть не упала. Бедняжка. Да, Даяшка, бедняжка. Скажи всем привет. Привет. Мясо. Увидела отбивные, жарю сразу. Просит, да? Мясо. Дядя, да? Или дедушка? Да, мы пойдем, когда Даяна поспит. Пойдем гулять. Пойдем, если дождя не будет. Сегодня Даяна будет первый раз картошку фри есть. Именно целую порцию. Она до этого ела, ну так, знаете, буквально пару штучек. Прям целой порции у нее еще никогда не было, да? Зеваешь уже? Нет. Что-то апельсин? Да. Нет. Да. И сейчас будет обед. Так что все, пошла я готовить. Алло, моё? Да. Нет. Да. Нет. Алло. Не твое. А. Она на все говорит моё. Даже когда старшая рядом садится со мной, она подбегает моё. Ну типа ее мама. Где мамочка? Где? Нет. Нет. Скажи всем привет. Нет. Только вообще, ладно, все. Пойдем жарить мясо.
Все, мы уже сели обедать. Да Яшка лопает тут. Нравится? Мясо. Картошка. Салат. Тебе вкусно? И у нас со старшей это моя порция. Это порция старшей. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Спасибо. Не. Все, Даяна уже проснулась. Девчонки здесь сидят. Сейчас пойду. Ой, там Даяна голенькая была. Сейчас пойду разрежу пирог. Поставлю себе чаек или кофеек, не знаю. Кошмар. Чуть не уснула. Так уже спать хочется. Такая, когда погода, очень хочется спать все время. Сейчас пополдникаем и поедем в магазин наш к Ксенукай. Хочу что-нибудь посмотреть, не знаю, знаете, вот руки чешутся и душа тянется что-то купить. Любую мелочь, ну вот мне прям сегодня обязательно надо что-то. У меня такое бывает, когда вот прям надо и все. Не обязательно какую-то вещь определенную, вот просто что-то купить. Я уже, наверное, не знаю, 2-3 дня вообще ничего кроме еды не покупала. И, кстати, хочу еще посмотреть новый чайник, мой уже старый. Ну как старый, ему 3 года, но был он куплен вообще по, не знаю, за копейки. Он, во-первых, пластмассовый, мне не нравится то, что он в последнее время начал глючить. Он может пустой сам включиться, или когда даже чуть-чуть воды. И варить, как сказать, высушивать эту воду до конца, не знаю, опасно. Приходится вытаскивать с розетки, когда уходишь. И то я не всегда вспоминаю об этом. Поэтому хочу купить новый. Ну или хотя бы просто посмотреть. Так, сейчас нарежу пирог, который получился обалденный. И буду делать кофеек. Или чаек. Не знаю, сейчас буду думать. Мама! Ой-ой, ты чего кинулся? Сейчас заберут. Поднимай. Mm-hmm.
Поехали? Все, мы уже пришли домой. Уже Даяшка поужинала. Я сейчас как раз буду ужинать. У меня будет опять кефир и салатик доем. У нас чуть-чуть остался с обеда. Сейчас покажу, что купили. Купила Даяне салфетки, кефир, кукурузную муку. Взяла филе. Хочу сделать с блинами и в духовке. Завтра, наверное, рецепт сниму. Ягоды, красная смородина. Наконец-то! Сейчас будем кушать. Так, нектарины, лаврушка, моцарелла, тоже для блинов, макароны. Так, молоко уже говорила. Баночку себе купила, еще одну. Короче, у меня теперь все-все в банках. Это все, что я себе сегодня купила, то, что я хотела. И кабачок буду жарить сейчас. Кстати, смотрите, у нас пирога осталось совсем чуть-чуть, маленький кусочек. Сейчас Даяне помою ягоды, переберу, а то тут вижу пару штучек таких не очень. Смотри, что у нас. Вау! Все попадало. Вот рукожоп. Кто еще такой рукожоп, как я? На, сейчас мама будет мыть. Отойди. Все помоем. Переберем. И будем вкусно кушать. Обожаю красную смородину. Да вообще все ягоды люблю, все фрукты, тем более сейчас пока сезон, надо наслаждаться, все это кушать. Так, все, пошла я мыть. Все, Даяночка, подожди. Мама тебя в тарелочку почистит. О. Красота. Смотрите. У нас уже 8:20. Сейчас Даяна будет ложиться уже скоро спать. А я тут занялась готовкой. Жарю блины. ППшные и не ППшные. Для себя я жарю на утро и завтра на обед буду с мясом делать. Завтра вам покажу, что я буду именно делать. А детям так просто, они уже, кстати, сейчас едят их. Блин, жарю, а и больше не становится. Фу. И мне кажется, что я сломала сегодня себе палец. Хотя, может, не сломала, сильно ушибла. Но прям очень сильно, потому что я не могу ходить нормально. Наступаю только на пятку. И то даже ходьба на пятке мне приносит дискомфорт такой довольно-таки сильный. Да просто даже если ее не трогаюсь, она болит. А палец распух, стал такой, не знаю, малиново, знаете, красно-бордовый. И вот место, видно, удара прям такое темное, такое фиолетовое. Но надеюсь, тут ничего не будет серьезного. И я смогу завтра ходить. Мне завтра ехать на маникюр. Ну, как ехать? Я могу и пешочком, конечно, пройти. Тут две остановки малюсенькие. Но, блин, мне же надо одеть обувь как-то. Помню, почти 2 года назад я сломала себе уже мизинец. Это был этот же самый, мне кажется. Но и не сломала прям. Там была трещина. И сейчас, получается, почти спустя 2 года, это было в 2018 году, в октябре. И вот сейчас, получается, у меня опять такая фигня. В тот раз я ударила, бежала об дверь. Дверь была приоткрыта, и я прям пальцем туда, так, тудух, со всей силы. Представляете, ты бежишь, но не прям там со всей скоростью, как можно в квартире бежать. И ударяешься об дверь мизинцем, и все. И вот в этот раз я так же самое шла, только быстро шла, не бежала. И о ножку стула ударилась. И прям я тут все думала, умру, я прям дышать не могла от боли. Так что вот такие вот дела. Все, сейчас пойду укладывать малявку, переодеть ее надо. И спать. А я сегодня хотела снять
видосик, ну не как бы отдельное видео, а во влог вместить, как я ухожу за волосами, какие маски делаю, как стригу, было столько планов, и все. Этот палец, из-за этого пальца нет у меня настроения, нет вообще никакого вдохновения, ничего рассказывать, ничего снимать. Еле-еле встала, чтобы блины пожарить, потому что как бы надо кушать что-то. Вот что, все. Пойду я укладывать, дожаривать блины и мучиться, надеяться, что палец не сломан. Буду уже закругляться и всем пока-пока.